приехали к вам, чтобы рассказать и показать, ну, о нашей работе, как мы работаем и с каким оборудованием мы работаем. Вот. Работаем с костюмами мокрого и сухого типа. Вот. Кому интересно, можете потрогать, подойти, потрогать. Мокрого типа костюмы используем летом для, ну, работ под водой. Вот. Также у нас имеются костюмы сухого типа. То бишь человек в нем полностью находится, ну, в сухом состоянии, потому что вода не поступает сюда. Вот. Костюмы служат для обеспечения жизнедеятельности человека под водой. Его защищает от ран, от порезов, от переохлаждения от воды. Также в оборудование глазов входят воздушно-дыхательные аппараты. Воздушно-дыхательный аппарат поддерживает жизнедеятельность человека под водой. Вот. Кто, если хочет подышать, пожалуйста, подходите. Идите, подышите. Вот. Вставляешь сюда. Нет, зубами. Вот. И вдох. И выдох, и выдыхаешь. А как сейчас будем делать? Заиметь костюмы, пожалуйста, можно заиметь костюмы. Кто хочет костюм одеть? Не, ну если в них поплавать можно. Можно воробьем летом. Как экзамен не сдашь? Да. Как экзамен не сдашь? Костюм одеваем, мы плыли. Чтобы была связь с глазом под водой, используется вот такая вот маска. Используется станция и сигнальный конец. С помощью него можно общаться с водолазом под водой. Водолаз прекрасно слышит, что вы ему какие команды даете на суше. Также в снаряжение водолаза входит нож. Это обязательно. Мало ли бывают такие случаи под водой, чтобы водолаз мог бы либо что-то перерезать, либо перевязать сигнальный конец, обрезать и уже выйти на сушу. Также используется, ну, не всегда же бывает седло под водой, используется подводный фонарь. Вот. Да, он светит под водой, он водонепроницаемый. Вот. Еще. Ну, чтобы глазу опуститься и погрузиться на дно, используется грузовик, потому что, ну, плавучесть получается положительная, и у глазу он не может погрузиться на дно. Поэтому используется грузовик, очень тяжелый грузовик. Кто хочет держать, попробовать. Также используется боты. Боты тоже свинцовые пластины. Кто хочет, примейте, попробуйте. Работа много, и
аппарат заканчивается, и нужно начать их забивать. Вот аппарат, который работает на бензиновом двигателе, и с помощью него забиваются данные аппараты. Там стоят все фильтра, которые очищают и воздух там, от влажности, чтобы не было никакого отравления человека под водой. Ну что еще? Сигнальный конец. Для связи с водолазом. Связь с водолазом происходит условными сигналами. Подергивание. Вот, что еще хотел бы сказать? Также на своей службе мы имеем 3 лодочных мотора. Имеем 2 изимых лодки, 1 алюминиевую лодку прогресса. Ну, это для там, поисков людей на воде. Вот, обязательно одеваем жилеты. И всем не рекомендую, а говорю, чтобы когда где-то или закупаетесь, либо на лодке плаваете, чтобы обязательно одевать жилет. Много случаев, когда люди падают за борт и тонут. В первое время используем вместо этих вот тяжелых бот, используем ласты для плавания под водой. Также вот к костюму мокрого типа используются ботиночки и перчаточки, чтобы не порезаться, не пораниться. Вот. Ну что, если есть какие-то вопросы, давайте вопросы. Будем отвечать. А под водой тяжело? Ну, под водой не очень тяжело. На суше тяжело, а под водой нет, не очень тяжело. Кто хочет, ну, хотя бы давайте, может, уточку оденем. Покажи. Так, встань, подойди, сними Женю наряде. Я маленькая, не достанет. Ну, правильно. Да, хлопки не достанет. Я как раз глаза. Подожди, как один еще раз есть. Не главное. Глава больше, сказал. А дончик? Че, не налазит? Унизил. Потолстел, потолстел. И похуй. Маршрут потом. Не, че, вот налазит точно. Удобно? Одеться. Подпиши. Почему странные? Три пальца. Чтобы тепло было этим пальцем. А этими брать как? В пятипалах, чтобы пальцы мёрзли. Могу прям как погружать. Нет, сразу не получится. Бобочка, прыг, вот это. Вот и погрузился. Вспотел? Все, можете вернуться. Кто желает, вот помирить. А все как похоже. Ладно. Не налазит. Это
самое популярное. Поружи, да, нет? Держи ножку. Сережку. Сережку, а у Лёшки ножку. А что же ты без волос стала как девочка? Выйди, всё. Да. А все, ну все, кому камень не будет, все. Это достаточно. Слышь, это месть. Сломал. Вот и все. Все сломал. Доплавался. Кстати, он удаляет. Голова слишком большая, много думаешь. Сейчас быстро лысый станет. А чей дурак? Даже не новый сезон. Монашка выбегает. Вот это да. Ходил так в школу. Ну и как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Да, да. Как вы звали? А у тебя рука синяя. А ключи синие. Сдувают. Нет, можно. Сдувают. Главное не
Блин, что это уже Давайте, босс. Давайте, босс. Давайте, босс. Давайте, босс. Есть ваши вопросы, ребята? Есть. Тут 2-3 часа работы, и мы как бы нормально. Плюс еще одевается теплая одежда, это и штанов, носки, шапка, перчатки. Шерстяная одежда делается под него. А сколько кислорода хватает? Это зависит от уважения, от вида работы от самого человека. Там рассчитывается индивидуально для каждого человека. Ну, примерно где-то 40 час. 40 минут это час данного аппарата. А насколько примерно можно погружаться? Погружаться? Да. Аппарат, по-моему, до 60, да, метров. Аппарат уже 60 метров. Ну, мне интересно, сколько уходит времени для того, чтобы одеть этот костюм? Ну, что, это же попробуйте. Нет, не надо. По-разному. Кто быстро одевается, кто медленно. Еще вопрос. Кто хочет примериться? На суше. По телу будет. А можно попробовать? Да, попробуйте. Ну что, ты собрался. Thank you.
Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Что вам помогало?